Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня мы вот с Саньком. Саня, приехали на соревнования по ловле форели на спиннинг. Форель для нас необычная рыба. Ну, то, что не ловим ее каждый день. Раз в году выбираемся, вот, и вот в этом году на турнир приехали. Ну, будем смотреть, что у нас будет сегодня. Так что смотрите дальше. Давай, Санек, чему тебя учил? Превзойди учителя. Давай, погнали. Да. Крупная. Что с ним делать? Вали ее. Перчатки сейчас. Поздравляю. Сверху. Ну вот, наконец-таки поймали. У тебя меч может? Не, не, давай. Саня, опускай в воду его. Хорош. Клади сюда. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Наконец-таки хоть поймали, блин. У нас сегодня турнир здесь. И вот Санек и я уже взяли по одной. Вон какая. Саня, она может подошла, надо ловить сейчас. Сачки. Да, не-не-не, на другую.
и сейчас нажми на верхнюю через 5 секунд. Давай, Саня. Саня. Там мужик нахлыст поймал тоже опять. Нахлыст поймали опять. С берега. Саня. Саня. Ничего не нажимаю, просто берем. Тихо. Я его подведу. Поднимай. Все это. Хорошо, спасибо. О, третья форель сегодня. Нормально, Саня. Хорошая. Вот, удочку ниже, Саня. Нет. Не надо удочку так поднимать высоко. Так ты стоишь, куда я буду? Это все крупные, Соня. Знаете, компенсирую размеры. Красава. На дороге встали. Не вставай здесь, не вставай. Хорош. Эта форель взяла возле самой лодки, может, метр остался. И чтобы ее, думал уже поднимать блесну. И на. Не успел заснять. Ну, заснял вроде бы, но не так, как хотелось. Будем заканчивать. У Санька вон две форели довольно хорошие, по двоечку, наверное. У меня чуть поменьше, но 4 штучки. Какой результат будет у всех, я думаю, еще вам покажу. Но мы прощаемся. Всем пока. Да, Сань? Пока. Пока. Пауза. Я даже не знаю, пауза или нет. Крупная. Супер. Александра Фрита. Эй. Красавец. Дело 800. Нормально. Слушай, хорошая, вполне себе такая сытая. Мало много. Дома блесна достанет живота. Сейчас мы разложим дипломы по рамкам. Можно репорт тебе. И состоится торжественное вручение. Дело 800, но они пишут. Я тебя там. Если вот в эту, за эту неделю ты поймал самую крупную рыбу, они тебе дают бесплатно.
Поздравляю. Поздравления. Ну, давайте похлопаем. Да, давайте похлопаем. Красавчик. Так, ну а теперь кто нас будет снимать? Красавчик. Андрюха. Так, я позволю себе получить диплом Андрюхи, потому что у него самый тяжелый кулек, а мы так постановили диплом? У кого-то... Самый тяжелый кулек, самый тяжелый, да. Уезжает домой с дипломом и... Двумя дипломами. Так у него два. Подожди. Один общий для вас. А, ну да. То есть, поскольку его мешок тяжелее, я еду только с дипломом, а Андрюха едет и с кубком, и с дипломом. Двумя, смотри. Два диплома и кубок еще между вот так. Ну, как-то так. Андрюха красавец. А где наш фотограф? Фотограф здесь. Спасибо. Поздравляем. Поработаем. Первое место. Всем спасибо, все свободны. Парни, на самом деле огромное спасибо, что все собрались. Отлично.